Добрый вечер. Спасибо, что пришли на встречу с нами, несмотря на понедельник. Тук-тук, тук, раз. Бурятская хороводная песня, которая называется «Октрым дурнут олыма». Так, как это у нас переводится? Сейчас. Песня о друзьях.
встречи с друзьями, о том, как человек, ну, буряты раньше были животноводы и до сих пор, и вот эти редкие встречи с друзьями очень ценились, и, конечно, на этих встречах всегда танцевали хороводные песни, пели и танцевали йохорные танцы, и о близких друзьях, о встрече такая песня. Thank you.
Уберете, да, немножко звук сверху? Следующая песня. Евгений, расскажите про следующую песню. Знаете, мы вчера приехали с Иркутска, а товарищ, наш барабанщик, вообще сегодня прилетел, поэтому мы немножко такие странные. Я прошу прощения. Следующая песня, свадебная, наверное, скажу. У нас в Бурятии свадьбы проводят очень большие, могут пригласить где-то 600 человек, может быть, 700. Это такое большое событие для всех, и для родственников, и, конечно же, для родителей. И справляют эту свадьбу благодаря только всем родственникам и самым близким людям. И отец благодарит вот этих людей, которые им помогли. Об этом песня.
такой инструмент называется? Видели наверняка? Очень популярный, в странах Азии и у нас, в России, в азиатских республиках популярный инструмент называется ятага. Yeah.
Oh.
Алексей Баев, Евгений Золотарев, Тимур Золотарев. Давайте потанцуем хороводную. Йохор. Обещай, что будешь отпускать в гости к родителям. Следующая песня.
Thank you.
Jehova. Песня. Друзей, ой, на горе много разного дерева растет, но среди них нет сандалового. Друзей красивых, сильных, интересных много, но такого, который был бы лучше, чем мой суженый, среди них нет. Thank you.
тебя. Следующая песня монгольская, называется «Юмдунгого». Говорят, что эту песню написала женщина. Юмдунгого – это имя молодого монгольского человека, супруга этой женщины. Слова такие: какой красивый у него традиционный костюм, самый красивый из дорогой ткани в деревне, красивые волосы, шелковистые. Что вы показываете? Шелковистые волосы. И такая, знаете, он был очень красивый, конечно же, знал, что он красивый, и походка у него такая важная по деревне, когда он шел. И многие женщины в него влюблялись, и супруга страдала от этого. И вот написала о своем муже эту песню. Юндунгого. Thank you.
Спасибо, спасибо большое. За вас сегодня играли Тимур Золотарев, Геннадий Нагнетик, Евгений Золотарев и Алексей Маев. Молодцы! И в заключение еще одна песня хороводная.
Евгений Золотарев, Алексей Иван, Геннадий Лаврентьев, Тимур Золотарев. Спасибо большое. Всего наилучшего.